На центральном ковре победил Станислав Скрябин, Уральский федеральный округ. На центральном ковре победил Артур Хапцев, Уральский федеральный округ. Вызываются Никита Дибрин, Уральский федеральный округ, Александр Першин, Центральный федеральный округ. Готовится Алексей Ляшникер, Антон Брачев. Внимание спортсменам, представителям команд. Полуфинальные поединки весовой категории до 58 килограммов будут проходить на ковре номер 3 по завершению встреч боевого самбо. Борьба весовой категории свыше 80 килограммов у женщин будет проходить на первом ковре. На третьем ковре победил
На первом ковре победил Эдуард Мурадян, Южный федеральный округ. На ковер вызывается Михаил Данилян, Южный федеральный округ, Харлан Клишин, Южный федеральный округ. Готовятся спортсменки весовой категории до 54 килограммов Екатерина Семенова и Яна Коковича. На центральном ковре победил Алексей Мельсбекер, Приморский федеральный округ. Поправка Антон Драчев, Уральский федеральный округ.
Ну и в заключение сегодняшнего дня соревнований у нас поединок в боевом самбо 98 килограммов. Приглашаем финалистов в весовой категории 98 килограммов боевого самбо. В красной форме Омар Шейх Магомедов, город Каспийск, Республика Дагестан. Мастер спорта. И в синий Абдулхалим Джаватханов, кандидат в мастера спорта, Кемеровская область, город Новокузнецк. Насколько я знаю, Омар Шейх Магомедов дебютант таких серьезных соревнований. Я имею в виду дебютант финальной части, то есть в его арсенале нету медалей, Кубка и Чемпионата России. В синей форме кандидат в мастера спорта Абдулхалим Джаватханов представляет Сибирский федеральный округ, Кемеровскую область, город Новокузнецк. Вот, а Абдулхалима Джаватханова, напомню, спортсмена в синей форме, есть титул серебряного призера Чемпионата России. Итак, давайте смотреть, чем завершится заключительный поединок сегодняшнего дня соревнований Кубка России 2021 года. Спортсмен в синей форме Абдулхалим Джаватханов является обладателем Кубка мира 2021 года. Вот видите, подсказывают, и по информации борец в синей форме Абдулхалим Джаватханов является обладателем Кубка мира 2021 года. Это значит, что и в 2020 году этот спортсмен был чемпионом Кубка России. Победителем и призером второго дня соревнований. Просьба подготовиться к церемонии награждения. Собраться в поле. Оба борца получают предупреждение за пассивное ведение поединка. Разведка идет, обманное действие. Интересно, на что больше нацелены борцы: ударить, провести мощный нокаутирующий удар или войти в захват и сделать бросок. Давайте мы с вами немножко подождем и, надеюсь, сегодня мы с вами это увидим. Пока обмениваются только ударами, как боксеры. Одними руками. Очень много обманных действий, раскачивают, разводят руками. Видимо, все-таки нацелены на нокаутирующий удар. Напоминаю, спортсмены весовой категории до 98 килограммов. Высокие, мощные спортсмены, обладающие серьезной физической подготовкой. И, конечно, удар такого спортсмена имеет огромную силу. Половина встречи прошла. Какую серию из ударов сделал Омар. И как раз середина встречи. И борец в синей форме получает второе предупреждение. Один был борцу в красной форме. Выцеливает Абдулхалим. И вдруг неожиданная атака за ноги, но она не приносит никаких технических баллов. Обмениваются с борцы такими попытками пробить защиту соперника. 5. Попытка прохода в ноги.
Интересная тактика. Абдулхалима все время наносит руками удар в верхнюю часть туловища, в голову, а потом резко атакует за ноги, то есть в нижнюю часть туловища, отвлекает тем самым своего соперника. Вот то же самое мы сейчас видели. И борьба продолжается в партере. Попытка перейти на удержание. Пока еще фиксация не открыта. На боку лежит борец в красной форме. И нанося удары, Абдулхалим зарабатывает ответный балл в связи с тем, что Амара наказывает предупреждением за пассивную защиту в партере. Счет 1-1. Сейчас, на данный момент, победителем является спортсмен в синей форме. Меньше минуты до конца встречи. Возрос темп. Хотят отыграться. Арбитр останавливает встречу. Видимо, какая-то экипировка не в порядке. А нет, требуется помощь врача. Напомню, что в поединках самбо на медицинскую помощь отводится 2 минуты общего времени всего встречи. Абдулхалиму врач оказывает помощь. Кровь немножко там появилась на лице. Все, сейчас поединок возобновится. До конца встречи осталось 40 секунд. На середину подходят спортсмены. Итак, край ковра. Опасное расположение. И в итоге бросок за ноги получается. Абдулхалима зарабатывает один балл. Видите, с четвертой попытки он зарабатывает балл этим действием. Но тем не менее, Амару все равно надо делать технический балл, чтобы выиграть встречу. Идет в удар. И зарабатывает 2 балла в результате удара. Абдулхалим падает и проигрывает 2 балла. Это как раз та ситуация, о которой я вам говорил ранее, что до последних секунд победа спортсмена в поединке по боевому самбо не может быть очевидной. Все может произойти на последних секундах. Снова Абдулхалим находится у врача. Врач ему обрабатывает повреждения, вытирает кровь. А судьи тем временем, чтобы не сделать ошибку и правильно определить победителя, просматривают предыдущий эпизод, чтобы удостовериться в правильности оценки. Если попытаться оценить эту ситуацию с моей точки зрения, я думаю, что нужно давать 2 балла борцу в красной форме в связи с тем, что нанося удар и при этом еще толкнул головой соперника, борец в синей форме упал на таз, и это оценивается в 2 балла, так как Амар остался в стойке. Если мои слова подтвердятся, думаю, что арбитры покажут оценку 2 балла. Давайте посмотрим, совпадет ли мой прогноз и реальная ситуация на ковре.
Итак, оценка за предыдущие действия. 2 балла борцу в красной форме. Ну, собственно, произошло то, о чем я и говорил. Итак, 3-2 побеждает борец в красной форме. 5 секунд до конца поединка. Обмениваются захватами, ударами и время встречи. Время встречи побеждает Омар Шайхмагомедов, дебютант финала Кубка России, становится обладателем Кубка России весовой категории 98 килограмм. Ну и на этом я с вами обращаюсь. Второй день соревнований завершен. Еще раз спасибо за просмотр финальных поединков борьбы с самбо. С вами сегодня был Лебедев Алексей.